Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и в этом видео мы с вами посмотрим Infinix Note 40 Pro. Итак, вот такая вот коробка, тут написаны все его основные фишки, соответственно, 70-ваттная зарядка, у меня версия 12256, и вот тут вот смотрите еще две крутые фишки, это Wireless Mag Charger, я когда буду показывать чехол, немножко поподробнее про это расскажу, и Splash Proof. Итак, давайте смотреть комплект. Так. Конвертик. Давайте сразу посмотрим, что там. Мукулатура, Install гайд Гарантийное обслуживание. Стекло. Причем, причем, обратите внимание, стекло нормальное. Как раз таки под изогнутый экран. Далее, наклеечки. Наклеечки. Окей, хорошо, спасибо. И вы просто гляньте, какой стильный чехол. Как по мне, это больше похоже на заднюю крышку. Но вот это вот что-то наподобие кожи молодого германтина. Так вот, благодаря вот этому чехлу смартфон можно заряжать зарядными устройствами, аналогичными MagSafe. Вот, все благодаря этому чехлу. Но ну, не только. На самом деле, в плане заряда, у смартфона там очень много разных фишек. Тебе и обходная зарядка, и реверсивная зарядка, и умная зарядка. Все наверняка благодаря чипу читах X1. Окей, давайте смотреть комплект дальше. Соответственно, сам смартфон, тут опять же повторяются его фишки. Итак, вот так вот он выглядит, но мы о нем поговорим чуть попозже и посмотрим чуть позже. А пока продолжим комплект. Так, тут ничего особенного, просто обычный. USB-A, USB-C кабель и зарядное устройство на 70 Вт. Итак, по поводу зарядного устройства на 70 Вт. Я его заряжал каким образом? Соответственно, смартфон я высадил в ноль, в выключенном состоянии, поставил на зарядку, и он какое-то время заряжался у меня в выключенном состоянии. Короче, суть в чем? Суть в том, что он у меня с нуля до 100% зарядился за 51 минуту в умном режиме. Вот это очень важный момент, в умном режиме, потому что тут есть еще другие режимы. Итак, давайте, соответственно, покажу, как выглядит вот это все дело в чехле. Вот так вот стильненько он выглядит в этом вот чехле, который поддерживает MagSafe. Вообще чехол называется MagCharger. Как по мне, очень стильно. Но давайте посмотрим сам смартфон. Экран 6,78 дюйма, Full HD+, 3D AMOLED поддерживает до 120 Гц. В принципе, тоненькие рамки и единственный для меня Минус в этом экране, это то, что он вот тут вот со скосами. Вот тут вот покатый со скосами. Я это прям вот не люблю. Прям вот реально смартфон выглядит очень круто. Вот эта задняя крышка такая благородная. Вот тактильно, непонятно. То ли это пластик, то ли может быть даже стекло. Вообще, прям ты берешь и в руках его держать приятно, потому что окантовка такая классная. Немножко, конечно, правда, залапается. Но из-за того, что окантовка вся такая тоненькая, это не особо заметно. Но вот. Всю ситуацию лично для меня портит то, что... Зач...> зачем было? Я понимаю, что, как мне кажется, они хотели подчеркнуть премиальность этого смартфона. Это же Note 40 Pro. Это же не просто Note 40 обычный, а Pro-версия. Поэтому, наверное, это и сделали. К тому же, они молодцы как бы. Стекло-то комплектное. Оно как раз-таки для такого экрана. Вот прям ладненько. Порт на управление с правой стороны. У нас, соответственно, кнопка включения качель громкости сверху. А вот тут вот, помимо отверстий, динамиков, микрофонов, есть еще отверстие под инфракрасный порт. И если что, тут стереодинамики. С левой стороны вообще ничего. Снизу, соответственно, отверстие, опять же, динамиков, микрофонов, USB-C, который не поддерживает технологии MHL, и слот только под две сим-карты. Давайте на всякий случай я вам покажу. Оп, Оп, видите, раз сим-карта, два сим-карта, все, больше ничего тут нету. Встроенный памяти конкретно в моей версии, 256. Сзади, соответственно, вот тут модули камеры, стилевый вот такой вот квадратик. Вот эта вот штука, она прикольно светится. Тут 108-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельный портретник и датчик освещения. Итак... У смартфона есть разблокировка по пальцу, работает вот так вот быстро. И что у нас тут? У нас тут сразу захожу, сразу первое, что смотрю в смартфоне и сразу говорю, что раз это есть, значит все, все, автозапись вызовов, все, автозапись вызовов есть. Все, смартфон мне уже нравится. Пусть даже тут покатый экран, но он мне уже нравится, потому что есть автозапись вызов. Но давайте посмотрим немножко больше информации именно о смартфоне. Итак, у нас тут процессор Helio G99 Ultimate. Uh, все остальное, в принципе, уже сказал. 14-й Android и 14 XOX, а именно в оболочке XOS много разных фишек. Давайте я вам покажу просто, сколько тут всяких надстроек в разделе батарея. Просто они настолько сильно заморочились с этой батареей. Сейчас вот заходим, батарея. Итак, видите? Режим оптимизации, ультраэкономия. Ну ладно, это нормально. Настройки батареи. Управление энергосбережением, Оптимизация спящего режима, оптимизация адаптивный аккумулятор. Просто гляньте тут, звуковой сигнал завершения зарядки. В каком еще смартфоне такое есть? Вот напишите в комментариях, я что-то как-то не помню, чтобы кто-то так заморачивался по поводу батареи. Зарядка. Причем тут можно выставить скорость зарядки. Видите, у меня он всегда стоит в режиме умная зарядка, низкая температура и сверхбыстрая есть. Обратная беспроводная зарядка. То есть я вот такой вот беру, включаю, беру, переворачиваю, беру какой-нибудь другой смартфон и кладу вот так вот та -дан! Если что, это Infinix Note 40 обычный. У меня на него тоже есть обзор. Посмотрите, либо тут в описании где-то будет, либо, короче, на канале есть. Вот, пожалуйста, просто реверсивная зарядочка, обходная зарядка. Обходная зарядка, блин, это. Это. Ладно, для игровых смартфонов это норма. Но для обычного смартфона это как бы Вау! Это значит, необычный смартфон. Это как бы включите обходную зарядку. И пожалуйста, пороговый заряд. Не знаю, мне кажется, просто те люди, которые на постоянке держат смартфон на зарядке, они будут в дичайшем восторге, я не знаю, кто это, таксисты, возможно, просто люди, кто постоянно использует свой смартфон для чего-то, просто мне она в данном случае пока не нужна. Защита беспроводной зарядки, просто вот этот читах X1, они прям сильно заморочились в плане зарядки, да и в целом, как я сказал, тут смотрите, тут есть даже свой переводчик Folox, я понимаю, что кто-то скажет, ну, в Google Play там много разных пир. Нет, тут как бы завода, они свое все предусмотрели. А давайте посмотрим синтетику. Синтетику, заходим, смотрим, что это у нас. Это у нас результат Antutu. Сделанный абсолютно на пофиг, запустил, сделал и погнал дальше. Тротлинг тест. 100 потоков. Час. Вообще, просто, просто обратите внимание, 220 средний гипс. Просто, ну, как бы, неплохо, 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 я так смягчу, скажу, ну, неплохо. Ладненько, что у нас по играм? Значит, в PUBG Mobile доступно только ультра FPS. Насколько я знаю, это 40. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Дальше, в стенд в стенд -оффе... В стендофе. Обратите, пожалуйста, внимание. До 120 FPS можно в настройках выставить. А все почему? А потому что экран-то до 120 Гц поддерживает. Что же я хочу показать? Перед тем, как я покажу игры, скажу, что Мир Pay нормально устанавливается, нормально работает. Все окей. А, знаете, что забыл, забыл сказать в самом начале: то что тут было предустановлено огромное количество приложений, а, причем некоторые из них там всякие mail клиенты и еще там всякое-всякое. И я бы это просто поудалял. Я это просто поудалял. При том, причем, что на основном своем смартфоне я некоторыми этими пользуюсь, но я просто в этом случае удалил. Возвращаемся к играм. И начну, соответственно, я с Геншина. На всякий случай, расстояние от смартфона до камеры порядка 35 сантиметров. Сейчас покажу в плане звука. В плане звука. Тут же стереодинамики. Так, Тут есть свой э, некое подобие своего игрового пространства, игровой режим. Я его, соответственно, добавил сюда. Тут можно что? Можно посмотреть текущий FPS. Вот видите, у меня тут текущий FPS показывается. Можно включать игровые фишки. К примеру, к примеру, блокировка яркости. Э, обходную зарядку прямо отсюда можно. Игра вне экрана. Просто вот эта классная штука, допустим, чтобы в игре тебе не выкидывало, когда ты долго в простой. Оно хоба вот так вот делает. Вот это как бы прям... Ну, все те, кто знает игровые фишки, их знают. Также... Также тут есть всякие вещи, там изменения голоса есть Magic Button. Magic button это когда ты можешь назначать клавишу на что-то из клавиш громкости. Ну, с одной стороны, эта штука прикольная, но, как бы, во-первых, клавиши громкости расположены довольно-таки далеко. Да, то есть, посмотрите, если, допустим, триггеры воспринимать вот тут, то клавиша громкости она ж вот тут. Поэтому, это, как мне кажется,. Актуально, если ты ставишь на что-то нечастое, вот ты чем-то нечасто пользуешься, но это где-то на экране находится в неудобном месте или впадло это переносить, вот к примеру, да, я сейчас поставил это на хлопушку, Хоба, хлопушка сработала, Хоба, вот, если что, сейчас Геншин находится в минимальнейших настройках, вот, вот в минимальнейших. Полтишочек выдает, но при этом 60 FPS выставлено в настройках Genshin. А все остальное в дне, просто в минимуме. И вот так вот он работает. Вот так вот Genshin. На минималочках G99 Ultimate. Короче, побегать можно. Вот. Но мы с вами пойдем посмотрим, как же тут работает колда Warzone. Сразу начнем смотреть FPS да, при падении. 38, 33, 34. Окей. Сейчас я куда-нибудь постараюсь спрятаться и покажу настройки игры. Итак, настройки игры. Settings, Graphics. Смотрим. Low, Frame, Yes и 60 FPS. При этом э -э, FOV стоит 80. Вот. Это для понимания, какие настройки. И как это играется. Это играется вот так вот. Сейчас я включу FPS, чтобы было видно. FPS всегда, вот, по крайней мере, сейчас больше 30. По крайней мере, сейчас. И это я еще не включал, то игровой. Хотя интересно, если включить игровой режим, что-нибудь поменяется. Ну, ради прикола. Вот сейчас стану. Сейчас вот так вот стану. Включу, чтобы отображался FPS. Так, 40, 39, 37, 35, 36. Включаю высокопроизводительный режим. Ну, по-моему, ничего. Ну, ну не знаю. Вот с одной стороны вроде бы ничего не поменялось, а вроде бы 39 чаще показывает. Как-то так. А так. 37, 36. Ну да, да. В высокопроизводительном режиме все-таки какой-то смысл есть. Окей, я его оставлю и, соответственно, немножечко поиграю, чтобы было понимание, как оно вообще играется. Так, а теперь FPS во время бега. 33, 32, 35. Ну, короче, больше тридцаточки. Вот сколько я не бегаю. Ну, возможно, тут людей мало там, или ботов даже нету. Но тут всегда 30+. И не могу сказать, что я испытываю какой-то дискомфорт при игре. А что, он погиб? Сам, что ли? От старости? Тут вроде никого больше нету. А! Да нет, это вроде бот. О чем я еще не сказал, это камера. Итак, в камере куча разных фишек, во-первых, во у них есть тут режим пленка, а в этой пленке разные пресеты, в которых ты можешь там чуть-чуть коротенькие ролики поснимать, оно туда наложит музыку, и это получится как-то так более-менее прикольно. Я почему это не показываю, потому что я не уверен в той музыке, вдруг у нее есть там какие-то авторские права, что потом вырезать, добавлять, короче, знаете, что есть такие пресеты. Во-вторых, в разделе видео, что тут есть интересного, как бы основной модуль, ничего особенного, соответственно, Full HD 30, 60 и 2К 30 кадров, окей. Все понятно. Что меня удивило? Меня удивило то, что фронтальная камера. Все то же самое по доступным настройкам. 60 кадров. 2К 30 к кад... На фронталку! Это как бы... Если что, если что. Некоторые флагманские смартфоны этого не могут. Ладненько. Дальше. По фото. Портрет. супернайт, Больше. Тут есть Air Space. А, вот это вот странная такая штука. Написано начать AR эффекты. А по факту это... Видите, оно на тебя накладывает какой-то мемоджи. Окей, okay, это, соответственно, рисовать в воздухе. И, соответственно, есть супер макро. Но! Но! Давайте с вами посмотрим примеры фотографий. И начнем просто. Просто фотка, просто 1x, вот это стандартная фотка. Дальше это, соответственно, 3x. Неплохо. Дальше это 10x. Окей. Okay. Эта фотка сделана на 108-мегапиксельную камеру. То есть, смотрите, то есть, если вот, допустим, я, к примеру, возвращаюсь к первой фотке и начинаю ее зумить, да, например, например, показываю, зумлю вот до сюда. Вот видите, это максимум, что я могу призумить. Потом я перехожу к 108-мегапиксельной фотке, которую вы видели. Вот теперь я начинаю 108-мегапиксельную зумить. Вот смотрите, до какого момента. Ну, это просто самый простой пример показать, в чем разница между первым кадром, который был просто сделан, и на 108 мегапикселей. Вот, 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 вот это -то все. Далее, вот эта фотография 108 мегапикселей, но соответственно с включенным режимом AI. А вот это как раз таки макро. Дальше, фронталочка. Фронталочка чуть-чуть с приближением. Тот же кадр, тот же ракурс, просто там можно приблизить. И дальше посмотрите примеры видео. Infinix Note 40 Pro, фронтальная камера, Full HD 60 кадров. И это только начало. Там есть еще и 2К. Там есть еще и режим улучшения. Но, как я понял, режим улучшения снимается только в 30 кадров. Короче, вот так он снимает Full HD 60 кадров. А ну-ка. Естественно, зум 2X на фронталочку. А вот это вот пример с включенной стабилизацией. Но ограничение сразу ставится в Full HD 30 кадров. Соответственно, Infinix Note 40 Pro стабилизация. Чуть-чуть пробегусь. Посмотрю, как со стабилизацией будет. И при улучшении я тоже смотрел. Если включить в улучшении, то тоже, соответственно, там только Full HD 30 кадров. Вот. А это, соответственно, Infinix Note 40 Pro с включенным улучшением. Full HD 30 кадров. Мне кажется, угол обзора побольше. А, ну да, при стабилизации, соответственно, он просто кропает кадр. Вот. Не знаю, конечно, что дает улучшение. На экране плюс-минус то же самое. Единственное только то, что 30 кадров видишь. Но я посмотрю на компе. Infinix Note 40 Pro. Основной модуль. Full HD 60 кадров. Он мне там что-то написал, что ли? То ли ограничение по времени. Я что-то не увидел на экране. Но вот так вот он снимает. Соответственно, не стабилизация, не улучшение, не включ. И ракурс тут не лучший. А, не, все нормально, можно посмотреть. Нормально фокусируется. Все, никаких вопросов. Причем тут довольно-таки, на мой взгляд, сложные условия. Я еще стал так не очень удобно в плане света. Не, вообще никаких вопросов. Все нормально. Так, что еще посмотреть? Осталось посмотреть еще зум. 10 x Здравствуйте. Infinix Note 40. Ну, основной модуль. 2К 30 кадров. И сразу, наверное, пойду я к дереву автофокуса дереву автофокуса. И все ништяк. Все нормально, быстренько фокусируется. Все хорошо, даже вот в таких не очень благоприятных условиях. Потому что я же говорю, что у меня солнце справа, тенек слева, плюс мелкие ветки. Как бы я скажу, что не очень такие благоприятные условия. Так, зуману. Десяточка. На яркое солнце. Ну и я, соответственно, решил посмотреть режим улучшения. Что он дает? Это Full HD 30 кадров, Infinix Note 40 Pro. Не вижу. Наверное, надо чуть-чуть пройтись. Просто мне стало интересно, что в этом режиме особенного, потому что на экране выглядит все то же самое. Ну, может быть, чуток стабилизация добавляется, потому что кадр как-то странно идет, по крайней мере, на экране смартфона. Но посмотрю на компе. А вот это вот режим стабилизации повышенная. Infinix Note 40 Pro Full HD 30 кадров. Да, картиночка прям видно на экране. Она идет прям плавненько-плавненько. Даже если я резко дергаюсь, он старается. Вот сейчас пробегусь. Сглаживать. Ну, я гляну все это, соответственно, на компе. 10x. Что можно сказать по поводу камер? Если про фото тут все понятно, снимает он как минимум неплохо, а как максимум хорошо, то в плане видео вот тут как бы нельзя сказать, что это домофон, но с другой стороны мне, человеку, который много снимает на мобильное устройство, сказать, что это прям хорошо, я как-то не могу. Как бы с одной стороны, для кого-то, возможно, это будет хорошо, но я человек, привыкший снимать... Видео на мобилке, могу сказать, ну, ну неплохо, как бы, ну разные фишки есть. Ну э, скажу так, они, насколько я понял, выжили максимум с G99 Ultimate и с тех модулей, которые тут сидят. просто максимум, вот просто. И вот это вот все, что говорит прям, они выжили максимум с этого железа, с этого софта, оно просматривается во всем смартфоне, да? Если подвести вообще в целом итог по смартфону, что получается? К сожалению, на тот момент, когда я снимаю ролики, я не знаю, сколько стоит. Но мне кажется, если опять же опираться на Note 30 Pro, стоит он должен адекватных денег. И как бы за эти адекватные деньги Infinix выжили с него прям вот супер по максимуму. Да, мне хотелось бы, чтобы тут, конечно, был нормальный ровный экран, а не вот эти вот водопады, покаты и тому подобное. Мне лично это не нравится. Я знаю, что есть... Некоторые люди, кому это нравится, напишите в комментах, если вдруг вам нравится вот такой формат экрана. Мне он не нравится. Потому что весь дизайн, набор фишек, набор того, как это работает, оно все тебе говорит, что это, наверное, флагманский вариант от производителя. Но G99 Ultimate. С одной стороны, это как бы, ну, G99 Ultimate. 400 там с копеечками К. Вантут. Ну, просто для понимания его производительности. Да, ты можешь поиграть даже в какие-то тяжелые игрушечки, там по 30 FPS, а порой даже меньше. А, в легкие игры, естественно, будет получше. Но как бы смартфон даже тактильно ощущается как приближение к какому-то флагму. Я бы, знаете, как назвал? Я бы назвал это король среди бюджетников. Вот. Вот просто есть среди бюджетники, есть среди бюджетников, потому что предполагаю, что все-таки его стоимость будет как раз-таки около того. И вот он классный, он классный во многом, тут есть все даже больше, тут эти беспроводные реверсивные зарядки, обходные зарядки, даже инфракрасный порт воткнули. Естественно, молодцы, запись разговора добавили, то есть, таким как я, он прям вообще по кайфу подойдет. Ну вот, возможно, конечно, за свои бабки это как прям, прям совсем неплохо, если бы сюда поставить какой-то другой а, проц, то он бы стоил значительно дороже, хотя я не знаю, сколько он стоит, мне кажется, он стоил бы дороже. Ну, вот, как бы смартфон классный, но вот э, я вот такой вот придирчивый: что мне хотелось бы, чтобы было то-то. Мне хотелось, чтобы было то-то. Но в целом смартфон мне понравился. Хотя и не без минусов. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!